Продолжается визит в город Шуша. Руководители религиозных конвенций страны, участники поездки побывали на Джидердузе, осмотрели окрестности. Ранее гости в рамках визита в Шушу посетили территорию, где будет построена новая мечеть, а также церковь Газанче. Армяне в период оккупации пытались фальсифицировать происхождение церкви, арменизировать ее. В настоящее время храм реставрируется в соответствии с его историческим происхождением. Гости также посетили русскую православную церковь. Руководители всех христианских религиозных общин Азербайджана приняли участие в совместной молитве, подарили церкви Библию. После гости посетили мечеть Сатлы, был совершен намаз и прочитана молитва. Была посещена и мечеть Ашага Гёфэрага в городе Шуша. Мечеть была разрушена во время оккупации со стороны армян, подверглась вандализму. Священнослужители совершили намаз, прочитали суры из Корана. Отметим, что поездка продлится 2 дня.